Деревянный человек? А это деревянный человек? Нет. Как нет? А кто это тогда? Герой. Ладно, ладно. Это мы потом разберемся. Ну что, Макс, вся команда в сборе? Да. Все, тогда все отправляемся за нами, друзья. Ну-ка, давай. Вот так, что ли? Привет, здорово! Разве? Нет, конечно, друзья по-другому здороваются. Они берут руку, берут ухо и говорят «Привет!» Да нет, смотрите, как здороваются. Вот так вот руку вытягивают, да. Здороваются так за нос. «Привет!» Ой, что это такое? Нет, конечно, ребята, стал смеют. Слизь какая-то у них. Как это? А, это соплик, наверное. Это соплик. Ну, хорошо. Итак, ребята, вы знаете, как нужно здороваться с друзьями? Подскажите. Как же? Я знаю, нужно поднять ручку вот так. Помахать друг дружке и громко сказать «Привет!» А ну-ка, 3-4! «Привет!» Мне кажется, ребята с утра каши не поели. Вы что так тихо? Давайте еще раз, только очень громко. Раз, два, три! Это другое дело. Да, ребята, мы вас пригласили сюда не просто так. Мы знаем, что здесь какой-то супер-крутой праздник, это правда? День рождения! Я знаю, наверное, соревнование по кунг-фу сегодня, да? День рождения! Что говоришь, день вождения, вы водите машину сегодня, правильно? А, говорит, день безделья. Бездельник? Кто бездельник тут главный, а? Иди сюда. Нету таких нет. День рождения. Что? День сидения. А, вы все перепутали. Ребята, у вас сегодня веселый праздник или грустный? Веселый. Веселый. Как же он называется? День рождения. Я забыл, у тебя живой сегодня день рождения. С днем рождения. Да, это не у меня. У меня? Вот, у нее день рождения. Вот видишь, она платьечко свое. Нет. Гладит платьечко. У Максима? Ну, конечно, Максим, привет. Как я тебя не узнал? Здорово, это не он, Максим. Нет, вот. Вот Максим. А, Макс, мы скорее будем с тобой.